начале своего выступления прокурор Рязанской области Иван Панченко отметил, что основной аспект деятельности прокуроров региона направлен на осуществление защиты прав и свобод граждан во всех направлениях социальной сферы. Также он отметил, что для того, чтобы выполнять свою работу в полной мере, необходимо обратить особое внимание на реализацию 12 национальных проектов, предусмотренных указом президента от 7 мая 2018 года. Выполняя данные поручения, прокуроры, как и прежде, активно пресекали нарушения трудового законодательства, в том числе в сфере оплаты труда. В результате удалось снизить, а в отдельных организациях ликвидировать долги по заработной плате на сумму более 90 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 5 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. За игнорирование требований закона 106 должностных лиц привлечены к административной ответственности. За период 2019 года сотрудниками прокуратуры Рязанской области было пресечено множество правонарушений. Одно из направлений деятельности – осуществление мероприятий для соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Прокурорами устранялись нарушения, связанные с ненадлежащей оснащенностью медицинских учреждений и машин скорой помощи, в том числе лекарственными средствами, медицинскими изделиями. По инициативе прокуратуры области приведен в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи перечень исследования по отдельным видам онкологических заболеваний. За прошедший год прокурорами области был пресечен целый ряд экономических правонарушений. Прокурорами пресекались нарушения бюджетного законодательства, законодательства при осуществлении закупок для обеспечения государственных муниципальных нужд при распоряжении государственной и муниципальной собственностью. По материалах прокурорских проверок возбуждено 84 уголовных дела. Около 400 должностных лиц привлечены к различным видам ответственности. Особое место занимают нарушения закона на рязанских дорогах. Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения весьма актуальны. Они находятся на постоянном контроле. В целях устранения нарушений за 2019 год в суды направлено свыше 500 исков и заявлений. Внесено 703 представления. Возбуждено 6 уголовных дел. Но, к сожалению, ситуация в данной области в настоящее время далека от благополучной. Состояние большинства региональных и местных дорог по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. При незначительном снижении числа дорожно-транспортных происшествий количество погибших возросло до 240 человек. Раненых составляет 2491 человек. В авариях погибло 10 и пострадало 338 детей. За прошедший год, благодаря оперативной и профессиональной деятельности прокуроров в Рязанской области, было выявлено и пресечено почти 300 тысяч правонарушений. Работа сотрудников прокуратуры весьма непроста, но когда она выполняется, у рязанцев появляется надежда на благополучное и стабильное будущее. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».